Я приготовлю теплый салат с пастой фусилли. И для этого мне понадобится, конечно же, паста, овощи. Вот эти все овощи я буду запекать в духовке. Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. Подписывайтесь на мой канал, звените в колокольчик, а ваши лайки будут меня вдохновлять. Для начала я подготовлю соус для этого теплого салата. Возьму вот такую прекрасную баночку, наливаю сюда оливковое масло, пол чайной ложки соли. Можно и даже немножко меньше, это по вкусу, конечно. Лимон. Половинка свежевыжатого лимона. Мед. Здесь где-то столовая ложка, может быть чуть меньше. Около столовой ложки. Горчица. Французская горчица. И любимые специи. И хорошенько это все взболтаю, закрыв крышечкой. Как шейк. Все, соус готов. Нарезаю все овощи по размеру, как мне нужно будет для салата. Вот, мне будет достаточно двух таких колечек. И сразу сделаю с них кубики. И сразу отправляю на деко. Цукини. Тоже попки не нужны. Вот мне понадобится половина от этого цукини. И тоже на деко. Я буду запекать морковку тоже. Очищу ее от шкурочки. Нарежу ее колечками. Не тонкими, но и не толстыми, чтобы она успела запечься тоже вместе со всеми овощами. Нарежу четверть перца, так как у нас перцев будет 3. И тоже вот так на кубики. Также и желтый перец. Тоже на кубики. И также поступим с зеленым перцем. И опять это все на деко. Помидоры нарежу на четверти. Попка нам не нужна. И тоже на деко. Сбрызну немного оливковым маслом. И отправляю в духовку. Пока пекутся мои овощи, я отварю макароны в кипящую воду. Кладу соль и засыпаю фусилли и помешиваю. Варятся фусилли столько, сколько написано на коробке. У меня написано 11 минут. Закипели макароны. Немножечко их помешала, чтобы не приклеились. Делаю средний огонь и ставлю таймер на 11 минут. Макароны сварились, и воду просто сливаю. Овощи готовы, испеклись. Все такие красивенькие. Запах идет невероятный. Водичка стекла, и я их перекладываю вот в такую миску. И отправляю все овощи в макарон, в фусилли. Нарезаю зеленый лук. И отправляю тоже к этому салату. Веточку петрушки добавлю по вкусу, только листики, без палочек. Палочки не нужны нам. И посыпаю тоже салатик. Встряхну заправку для салата и поливаю весь салат.
красота. И все хорошенько перемешаю. Снизу вверх, чтобы не нарушить ничего. Вот эту красивую структуру овощей и фусили. Выкладываю на красивое блюдо. И я сейчас это попробую. Соус обалденный. Очень вкусно. Да. Я продолжаю. Я не могу остановиться. Невероятно. Очень вкусно. Я очень советую, я даже настаиваю приготовить такой салат. Очень и очень вкусно. Приятного аппетита! Делитесь моим видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!